Всем халябла! С вами... Всем привет! С вами Десамир, вы на канале Делаем Сами Руками. Вы зашли посмотреть, что здесь будет, потому что думали, что здесь будет. Но здесь не будет. Не будет никакого опыта смешивания яйца и яйцов с кока-колой. Я вам серьезно говорю, здесь не будет никакого смешивания яиц с кока-колой. Дело не в том, что у меня нет яиц. Яйца есть, но это было бы глупо использовать яйца для того, чтобы их смешать с кока-колой. Не правда ли? Вы сами как считаете? И я думаю, вы со мной согласитесь. И поэтому... Нет, конечно же, смешивать яйца можно. И как бы нужно, бывает, да, в другом месте. Но, то есть, они предназначены немножко для другого. И вот, не будет никакого опыта. А все дело почему? Все дело в курицах. Они бегают и несутся. Они несутся, а мы почему-то должны смешивать. Мы не должны смешивать, потому что они несутся. Ну, как-то так. В общем, как у вас дела? Я вчера проходил мимо киоска и увидел там большую тетеньку. У нее были большие круассаны. И о помидорах мы не рассказали еще немножко. Но о пришельцах. Пришельцы, они, конечно же, очень большие. Такие бывают. Тоже как вот эти вот орангутанги, которые бетоны. Бетоны с водой. В бетоне с водой и в бетоне с водой бывают банаквы. Банаквы такие же, как кока-кола, только банаквы. И я всегда делал эти прожилины между гвоздикой и цементом, но всегда провода мешались там, и свет. И свет загорелся. А мы о яйцах. В общем, это вообще не здорово, смешивать яйца куриные. Ну, я хотел взять куриные яйца, не свои, и смешать их, получается, с кока-колой. Но подумал о том, что это очень кощунственно по отношению к птицам. Вообще, это очень страшно. Столько много куриц, столько много людей хотят съесть яйца куриц. И вы только представьте себе, что яйца, которые мы приносим к себе домой, белые, желтенькие, разных размеров, такие, такие, всякие разные, они на самом деле бы, эти яйца, могли бы превратиться в жаворонках. И могли бы летать. То есть, птенец, который бы вылупился с яйца. То есть, сначала бы яйцо попало бы в жопу, под жопу. Ну, вот это птички, курочки. Она бы посидела. Не то чтобы здесь, а просто посидела на них и тепло. А тепло – это что? Это значит раскрытие и преступление. И с пистолетом нельзя стрелять в открывшихся птенцов из гнездов. Вот такие дела. И вот этот вот цыпленок, который только что родился, выколупился, и он начал бегать по травке. Представьте себе такую ситуацию. Это же не трудно. Это очень грустно, что мы берем эти яйца у курицы, вместо того, чтобы курочки, ну, в будущем курочки, там, дятлы, они клевали червячков, тоже убийцы убивают червячков, ну, а природа такая, ну ладно. Но было бы лучше, если бы птицы, они высиживали друг друга, и не подсиживали, а высиживали. И потом бы гуляли по травке. Такая ситуация. То есть это жизнь. А здесь мы и нам яйца, и мы их жрем, короче. А это ладно, хорошо, что мы их жрем. Я про это ничего не говорю. Другое дело, что у вас яйцо осталось где-то в холодильнике. И вы подумали, ну вы пожрали там, ну, в смысле покушали. Это я жру, вы кушаете. И вот так получилось, что вы не все яйца скушали,
а на следующий день что-то приготовили другое, яйца где-то там завалялись в холодильнике, и в итоге вы вообще яйца выкинули. Бывало такое? Я знаю, что бывало! И вот такая ситуация. Ну и в этом случае, конечно же, можно бы было взять и смешать уже, да, с кока-колой. Один фиг им хана, птенцам. Уже. То есть люди вообще звери, они не думают, они убивают. Не будет сегодня никаких опытов. И может не смотреть, что будет дальше. Его не будет, я вам серьезно говорю. Жвачка. Хочу жвачку. А, просто зачем? Не знаю. Не будет никаких опытов. Все, расходимся. Всем пока, мне жалко птиц. На ваших глазах сейчас будет вершиться история. Не то чтобы это впервые, когда... Хотя... Я не знаю, есть ли в просторах Ютуба еще такой же дебил, который смешивает яйца с кока-колой. Но может быть это тоже впервые, тоже история. Но я сейчас немножко о другой истории говорю. Если у экрана есть девушки, то они, конечно же, меня поймут. Ну, парни, не знаю, смотри, какие парни. Но девушки точно поймут, то есть та ситуация, да, в которой у понятия делаем, или вообще у понятия сладкие яйца, появляется новый смысл. Итак, мы берем кока-колу. Запах офигенный. И сюда мы разбиваем яйцо. Ну, куриное. Чего там подумали, я не знаю, вы не на тот канал зашли, если думаете о чем-то другом. Вот наше яичко. Левое, правое, ну какое захотите. Тут мы видим, как белок, вот эта вот прозрачная эссенция, она находится в неоднородном, да, состоянии с кока-колой, если так можно выразиться. То есть она не хочет смешиваться естественным образом, но мы ему сейчас будем помогать. И очень даже прикольно, тут бульки собрались, эти пузырьки. Ну, это очень красиво. Таким образом даже можно делать изысканные, я бы даже сказал, фотографии. Получить интересный такой фрагмент. Необычный кадр. Не то чтобы я, но может быть тоже необычный кадр. Ну, знаете, сколько вы их еще встретите, этих необычных кадров на своей жизни? В своей жизни я даже не берусь об этом предполагать. Ну, наверное, давайте уже смешаем. Что интересно, мы же сейчас не только будем смешивать яйцо с кока-колой. Мы сегодня будем жарить. Мы сегодня будем жарить кока-колу. Но сначала вот так вот мы замешаем. То есть мы это все делаем без участия молока. Вот такие вот они у нас сладкие яйца. Вот такого вот цвета они получаются. На самом деле, конечно, жалко курочку, но которая бы получилась этого яйца. Но это не мной было придумано, что
Конечно же, это была цель определенная накормить людей. Но в то же время же я же не собираюсь, да, выкидывать его яйцо просто ради опыта. Я попробую его слопать, сожрать. Пусть это будет кулинарный такой опыт. И не только как опыт химический, но и кулинарный на определение вкусового качества нашего продукта. Вот таким вот образом у нас получилось что-то наподобие чая, да, или кофе, кофе с пенкой, но по цвету больше напоминает чай, либо прям такой густой кофе, который, ну, крепкий кофе, я бы сказал, да, который налили мало молока. Это у нас не просто яичница какая-то, это у нас получается омлет. Так или иначе, любой человек на земле, я в этом даже почти уверен, любит омлет. И тот, кто его делает, и тот, кто его потом пробует. Как бы тут двоякое слово такое получается, и делает, и пробует. Блин. Ну, получает, не получится. Ну, кто-то тоже получает, кто-то сидит, ждет. Бац, приходит, ну, скорее всего, она приносит на подносе. И если ты там в каком-то ресторане, уже ждешь готовый. Готовый своего омлета. Так, давайте уже будем это более продуктивными. И начнем уже, наверное, разогревать сковородку нашу. Что мне больше интересно, а нужно ли в этом случае использовать масло? Скажете, ну да, конечно. Почему нет? Это же омлет. Там всегда должно быть масло. Покрываем маслом. Но у меня другой вопрос. Если это будет масло, то, наверное, это все будет очень сильно шкварчать. Поэтому мы не будем сейчас сильно разогревать сковородку нашу. Иначе это будет полный трындец. Потому что Кока-Кола – это вода. А если вода попадает в горячее масло, происходит очень страшное. Не повторяйте этого дома. Поэтому мы заливаем все сейчас в холодную сковородку. И сейчас будем смотреть, как сильно она будет шипеть. Если будет сильно шипеть, мы сейчас просто накроем крышкой. Держим под рукой крышку нашу и вот такой деревянный кухарный шпателек нужен он нам, не нужен. Сейчас тоже мы проверим. Вот такой вот блин. То есть еще раз повторяю, кто может быть у нас во включении все перемотал, то что было в начале. Я размешал кока-колу вместе, ну то есть яйцо замешал в кока-колу. И вот так вот интересно у нас она шкварчит. Но у нас, да, скорее получается какой-то блин. Сейчас немножко подогреется, я, наверное, подниму вот этот участок. Еще рано поднимать, там нечего поднимать. Но на запах пока не могу определить, что тут маслом пахнет. Яичница с кока-колой не особо.
Но пока жарится наше сладкое яйцо, я схожу погулять. Какашица, вот такая у нас какашица. Капец, на цвет, на что это похоже? Как будто бы это жарит чьи-то мозги. Ну или грибы какие-то, да, жарим. Кто бы сказал, что это яйца? Наверное, разве что тот, кто смотрит этот ролик. В принципе, раз уж на то пошло, можно сюда еще и шоколадку добавить, растворить. А, как жареная кока-кола запахла. Вот теперь я, кажется, чувствую, как пахнет жареная кока-кола. Вот он мой деликатесик. Таким образом, возможно, в каком-то измерении, сами того не желая, вы стали свидетелями жуткого преступления. Так или иначе, я вам сейчас расскажу, что получилось. Что я могу точно заметить, да, то есть наш эксперимент, он, да, немножко опыт, имеет кулинарную тему. Ну, потому что, ну, что такое может произойти, если мы смешаем кока-колу с яйцом? Блюдо. И таким образом ничего тут такого необычного нет. И, скорее всего, вы сами можете удивить кого-то из своих родных, близких, знакомых таким необычным блюдом. Яичница с кока-колой. Хотите, но не подумай, что ты хочешь сейчас яичницу пожарить и кока-колу налить, а тут... И что интересно, что самое важное, вот запах яичницы, вообще офигенный запах, то есть у нас нет такого запаха именно яйца, а есть, присутствует именно запах кока-колы, и он смешивается, и так вот запах яйца, она притупляется, и очень так вкусно, кстати, пахнет, аромат прикольный. И давайте уже попробуем. В общем, что я могу сказать? Вкус у яичницы нашей получился такой, как будто бы... Не то чтобы даже вкус, а само ощущение языком и ртом... Да, ну, имеется в виду не то. Не имеется в виду, о чем речь вообще. Какой омлет? Нет... Я не про эти ощущения говорю сейчас. А нашего омлета, нашей яичницы, на ощущение такое, как будто бы ее уже один раз съели. Один раз, ну, хотя... Не обязательно съели, я не так хотел сказать. Имея в виду, что ее уже один раз переживали, и тебе предлагают еще раз ее переживать. В общем, вы не переживайте, я уже все переживал за вас, и не советую такое блюдо использовать. Ну что, ну, все очень просто, там, в кока-коле имеются пузырьки, и когда вы смешали пузырьки вот эти с яичницей, образовалось у них межмолекулярное расстояние большое, и таким образом наш яичница, наш омлет, он получился такой, как будто бы он состоит из кока-колы. Короче, вот здесь вот жвачка, да? Вот я ее давно уже смотрю, я ее хочу заживать. В общем, если вам интересно и нравится... Ладно, я потом заживю ее. Жвачка. И это, если вам нравятся опыты с кока-колой, непременно напишите об этом в комментариях. И я придумаю еще какое-то... Кстати, что придумывать? У меня уже есть одна идея. Она не кулинарная, но очень интересная. Я думаю, получится. Мне самому об этом интересно было бы узнать. Но мне важно именно ваше мнение. Если вы напишите, если под этим видео соберется 20 сообщений о том, что вы хотите новый ролик, эксперимент с кока-колой,
то я непременно выложу новое видео с Кока-Колой на свой канал. Всем спасибо за внимание, с вами был Десамир, немножко вот такое шуточное у меня было вступление, кто поймет, кто не поймет, я не знаю. И это будет интересно тоже прочитать в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, дальше будет еще много интересных выпусков, я думаю. Всем спасибо за внимание, всем пока, крепкого здоровья, жвачка.